Представим, что у нас есть большой-большой список, состоящий из множества элементов. И нам нужно найти все элементы, которые больше 20. Все числа больше 20 из чисел. И если у нас в списке, например, больше 1000 чисел, то вручную сделать это довольно сложно. Поэтому мы будем использовать программирование. В Питоне это можно все сделать довольно просто и быстро, используя петлю for или цикл for. Разберем простой пример. Назовем элементы этого списка число. For число in. Рассмотрим простой список из 6 элементов. 8, 23, 6 чисел мы туда поставим. 8, 23, 19, 57, 73. И нам нужно найти числа, которые больше 20. Напишем для этого условие, используя ключевое слово if. If число, если число больше 20, двоеточие, print, напиши это число. Поскольку это петля или цикл, Python будет проверять каждый элемент. 8 больше 20? Нет. 23 больше 20? Да. В нашем аутпуте первым числом будет 23. 19? Нет. 57? Да. 70? Да. 3? Нет. Получился такой короткий код. Первая линия в нем это for, начинается с ключевого слова for, потом условие if и затем print. Линия print, уже напиши результат на экране. Надо внимательно посмотреть на этот код, потому что сейчас мы будем делать упражнение на эту тему. Упражнение заключается в следующем. В списке 7, 24, 18, 58, 69, 4. Нужно найти все числа, которые меньше 55.